Привет, Гуру, и добро пожаловать в очередной эпизод. Капитализация биткоина 2,52 триллиона долларов, 54 посетителя на сайте bitcoinprice.live, биткоин поднимался с отметки 63 тысячи долларов на 69 тысяч. Вчера, когда Илон Маск начал выступать, биткоин опустился на 67 тысяч, и затем снова отскочил на 69, и затем снова прошел вниз. Большие продажи там случились, когда Илон, вернее Дональд Трамп, выступал. Индекс страха и жадности 71, ставка финансирования 0.0001, и цена биткоина 67700. Опускался биткоин на 66 тысяч, поднялся на 69 снова опустился, и большие торговые объемы. А также в конце я вам расскажу, что важного сказал Дональд Трамп про биткоин на этой конференции. Благослови Америку и Дональда Трампа. В общем, я расскажу, что там было важного. Но прямо сейчас подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик, сделаем теханализ биткоина, эфира, и что-то выберем еще из комментариев. Почитаем комменты, и затем уже к Дональду Трампу перейдем, что он там сказал на своем выступлении. И давайте перейдем на графики по битку. Восстановление на рынке вчера, но затем обратно все упало. Во время выступления Дональда на конференции. Как обычно, будем начинать с недельного таймфрейма. Если эта неделя закроется такой свечой, которую мы видим на графике, это свеча молот называется. Это будет очень хорошая новость для биткоина. Это бычья свеча. Свеча молот. Криптогуру бот держит сигнал на покупку, которую он дал в феврале прошлого года. Этого бота можете получить на моих курсах по криптотрейдингу. Ссылка в описании под видео. Биткоин индикатор бот тоже держит сигнал на покупку. Теперь идем на дневной. Вчера зашли хорошие торговые объемы. Одни из самых больших Давно уж таких объемов не видели. Это было проторговано 164 тысячи биткоинов. А до этого было проторговано 110 тысяч. То есть больше на 50 тысяч биткоинов. Торговалось вчера. И это вчерашнее падение сформировало перевернутую голову и плечи. Моя цель по-прежнему 80 тысяч долларов. Вчера я давал торговую идею, но ее закрыла по стоп-лоссу. Это тень вниз была и... А, нет, подождите. Это торговая идея, она еще не активировалась на самом деле. Биткоин опускался, но не дошел до цены входа. Он опустился на 66 500, а цена входа стояла на 65 600 долларов. Я бы оставил эту торговую идею. Также волны лета все еще актуально. Первая волна импульс, затем коррекция. Я думаю, что первый импульс закончится на отметке 72. Затем будет коррекция, затем следующий импульс, самый большой, который поведет биткоин на 88. И посмотрите, какой был всплеск на объемах. Это на деривативах также на спотовый рынок. Можем посмотреть, какой был торговый объем. Это в то время, когда начал выступать Дональд Трамп. 10 тысяч биткоинов было продано на споте на Бинансе. Было продано во время выступления. Но биткоин снова отрастает. Хорошая точка входа на самом деле на 67. Но если вы хотите более безопасный вариант, то я бы тогда, тогда я бы, чтобы я... секундом. Я бы заходил от 65 600 долларов. Та торговая идея, которая у меня есть. Вы видите, что биткоин уже оттолкнулся от уровня поддержки выше. Можно все-таки попробовать еще поймать на 65 600. Это более безопасный вариант, чем заходить прямо сейчас. Далее я покажу вам свои сделки на Байбит, Но сначала напомню, что если вы хотите торговать вместе со мной, то под видео есть полезные ссылки. На Байбит. регистрируйтесь, получайте бонус до 30 тысяч долларов. Два, проходите мои курсы по криптотрейдингу, учитесь теханализу, получайте торговых ботов. И затем присоединяйтесь к моему телеграмму, где уже около 9 тысяч трейдеров. На моем торговом балансе 595 600 долларов. Вчера было 575 тысяч. То есть получается за день плюс двадцатка. Сделка по биткоину в плюсе на 38 800 долларов. Помните, как-то эта позиция была в минусе на 21 тысячу долларов. Я поймал кучу хейта. Ну и теперь смотрите, в плюсе я уже. Размер позиции 267 тысяч. Прекрасно. Плюс 38 800 долларов.

17% биткоин, 10 доги, 8% юнисвапы, 8% ворлдкоин. Ну и а теперь давайте почитаем комментарии. Это комментарии под вчерашним видео. Что скажешь насчет монеты Dump, Duckland? Трамп. Я не люблю мемкоины. Это по-любому схема понцы. Можно остаться с голой жопой на таких мемкоинах, поэтому будьте осторожны. Что ты думаешь насчет Coinbase? Я думаю, что Coinbase хорошая компания. Мне нравится. Когда ты уже наконец купишь себе бритву. Ха-ха, смешно. Я первый раз такую бороду отрастил, честно говоря. И мне нравится. Такой длинной никогда не было. Да мне нравится. Прям очень круто комфортно себя чувствую. Продолжаем комментарии. Скучные времена на рынке. Да ни хрена себе скучные. Такой движ на самом деле. Сделайте их анализ Полька Дот. Не знаю, может быть сделаю. Джеймс, спасибо тебе за твои видосы. Но ты не используешь стоп-лоссы в своих сделках. В тех торговых идеях, которые я даю, я показываю стоп-лоссы. В своей сделке, которая у меня открыта, я слежу за ценой ликвидации. Вот, например... Не, подождите, давайте почитаем полностью. Если бы ты использовал стоп-лоссы, то не было бы у тебя профита. Так что ни о какой покупке на дне не может быть речи, потому что ты уходил в минус на двадцатком. Ты просто можешь себе позволить такие риски. Поэтому, какую стратегию ты бы все-таки посоветовал? Стоп-лоссы или усреднение? Отличный вопрос. Я действительно там не ставил стоп-лосс, но я добавлял маржу для того, чтобы отодвинуть цену ликвидации. Первоначальная маржа была 13 300 долларов, а затем я добавил еще 27 тысяч маржи. И в общей сложности маржа 40 тысяч. Для чего? Для того, чтобы отодвинуть цену ликвидации. Поставить ее на отметку 50 тысяч, где она сейчас и находится. 50 667 долларов. Поэтому да, в этой сделке я не ставил стоп-лосс, но я добрасывал маржу и следил за ценой ликвидации. Но в тех торговых идеях, которые я даю, то я даю сразу и стоп-лосс и тейк профит. Детально я все рассказываю на своих курсах по криптотрейдингу. Ссылка в описании под видео. Там 12 часов полезной информации. Ну, вот так выглядит торговая идея. Серая метка справа – это цена входа, а красная внизу – это стоп-лосс как раз. Там сделка закроется автоматически, если цена пойдет против нас. 64 953 доллара. Вот, например, в этой моей сделке я могу поставить тейк-профит на 88 тысяч долларов, и тогда я заработаю 128 тысяч 964 доллара, если я поставлю стоп-лосс что я изначально хотел, чтобы стоп-лосс был ниже 52? Туда я отодвинул цену ликвидации. Я хотел, чтобы это было ниже, чем 52. Поэтому тейк профит и стоп-лосс для этой сделки я не ставил. Но, как правило, нужно ставить. Надеюсь, мой ответ был вам полезным и понятным. Ну а так-то лучше пройти мои курсы по криптотрейдингу. Ссылка есть в описании под видео. Привет, Джеймс! Какую биржу ты используешь для покупки Тесла? Я покупаю через Чарльз Schwab и Interactive Brokers. Это две мои любимые платформы. Спасибо тебе за твои видео. С тех пор, как я разбогател на крипте, я понял, что крипта это будущее. Потому что я инвестировал 10 тысяч, получил 36. Это за неделю. И все это благодаря твоему каналу. Сделать их анализ XRP. Джеймс, ты забыл про XRP? Вчера обещал сделать. Что насчет MCRT? MCRT, ребята, рекомендую следить за проектом. Они такое создают. Потрясающая технология. Привет, Джеймс. В своих последних видосах ты как-то уже все меньше и меньше говоришь про биткоин. Пару недель назад было по-другому. Почему я в каждом видео говорю про биткоин? Ну хорошо, теперь давайте посмотрим на XRP, потому что многие спрашивали про XRP. Поэтому выберем торговую пару. Но тут сформировался крупный паттерн еще с 2021 года. Огромный нисходящий треугольник. Внутри него создается давление, давление. И выходим вверх на расстояние, которое можем измерить по основанию треугольника. И смотрите, уже начал выходить из этого треугольника Ripple. Поднимался на 63 цента. Растут торговые объемы, и, вероятно, будет хороший памп, выход из этого паттерна. Но это не финансовый совет, проводите свои исследования и принимайте свои решения и обязательно присоединяйтесь к Телеграмму. Основные тезисы выступления Дональда Трампа. Однажды я уволю Гарри Генслера. Я создам стратегический национальный запас биткоина. Правительство США сохранит 100% биткоинов, которыми владеет. Биткоин полетит на Луну. Никогда не продавайте биткоин. Это тезисы выступления Дональда Трампа. Биткоин по капитализации однажды превзойдет золото. Я пересмотрю приговор Россу Улбрихту. Этого чувака посадили за то, что он создал маркетплейс, где люди покупали и продавали через биткоин. Продавали там, правда, нелегалку всякую, но его приговорили к двум пожизненным. А Трамп теперь говорит, что пересмотрит этот приговор. Если я стану президентом, никогда не будет создан CBDC. Биткоин вырастет как никогда раньше. Биткоин не угрожает доллару. Это американское правительство угрожает доллару. Соединенные Штаты станут мировой столицей биткоин-технологии. Биткоин – это свобода, суверенитет и независимость. Когда я стану президентом и зайду в кабинет, наезды Джо Байдена и Камал Харрис на крипту наконец-то закончатся. Прекрасно, отличная речь, Трамп Пушка. Что ж, на этом на сегодня все. Еще раз напоминаю, что под видео полезные ссылки. Регистрируйтесь на Байбит, получайте бонус до 30 тысяч долларов. Проходите курсы, присоединяйтесь к телеграмму, общайтесь с другими трейдерами, торгуйте вместе. Спасибо за комментарии, за вопросы. Надеюсь, мои ответы вам полезны. Продолжайте писать комментарии, задавайте вопросы. Пишите, откуда вы. Всех люблю, обнимаю, присоединяйтесь к телеграммам. Всем хороших выходных и увидимся завтра.